Наверное, оборона Ливерпуля, особенно центр, слабейшее место в команде. Так что не исключено, что это будущее мерсисайдцев. Дебюше. Сисако. Погба. И передача на Бензема. Еще один. Ну что, заслужил, Карим? Ну заслужил. Конечно. Мяч между ног пролетает у голкипера. 4-0 в пользу Франции. Хитцфельд записал что-то. Не знаю, так играть нельзя. Упустили Карима Бензема. В смысле, так играть нельзя, наверное, записал Хитцфельд. Погба. Не было положения вне игры. За спину Сендеросу. Тот развернулся, как большой циркуль, на одну ногу оперся. Второй по мячу не попал. Я не хочу сваливать все на Сендероса, но до мяча он не добрался. Неповоротливые они, конечно, слишком для верткого Карима Бензема. И Бензема. 4-0. К середине второго тайма. Джемайли. Допрыгнули. Погба. Бум. И туда в ворота. Инляр.